регистрирует трансферы, и поэтому под вопросом было появление и Шманинанда, который в основном в запасе сидит. Так вот, Куфур, но это легкая добыча для Кристиана Абьяти. Могу порадовать болельщиков Ювентуса. Джан Луиджи Буффон вчера начал. Врачи Ювентуса, Джан Луиджи должен выйти на поле в Пикапеллу и не менее блистательном мастерстве. Можете на фоне Ромы, ведь Баварии-то на выезде Ювентус тоже уступил. А так приходилось играть, в общем, с такими командами, которые одной левой Ювентус просто обязан обыгрывать. Вот почему Мария на замахе уложил двух, но тут же Патрик Вера подстраховал своих пар, который выполняет удар. Действительно, это и Камаронези был. Опасная ситуация, удар. Ноги, да еще техника к тому же у него есть. Смотрите, какой шикарный пас Камаронези. Тоже технично. И... гораздо более активным. Но это зависит от указаний Капеллы и от соперника. Дарил мяч Патрику Вейра. Камаронези не судит. Камаронези хорошо ушел, и слева там есть продолжение. Камаронези видит продолжение и начало атаки с длинным пасом. Нет, нашел. Подача в штрафную площадь. Кто будет играть этот мяч? Камаронези. Чей-нибудь из четырех хавбек. Ювентус в атаке. Подача. Видишь, живьем команду. Я вот комментирую вживую матч Ювентуса. Тут некоторая путаница, к сожалению, неизбежна. Но не согласен. Попробуйте научить своих футболистов так здорово двигаться, перемены в футболе. Вот, и чужаком, в общем, считают Капеллу. Свой второй сложный выезд. Это, безусловно, достойное поведение. Медвед один, и, между прочим, флага выполняет подачу. Хорошая подача, но и неплохо выпрыгнул Филипп Мексес. Свист, это значит Эмерсон с мячом. Опасно, какой классный Камаронези. Возвращает мяч в штрафную. Бить, пока Юи выполняет удар со стандарта. Подача Ювентуса от углового флага. Вот он. Направо Камаронези. Максимально обезопасил. Ничего у Ромы впереди особенного не было. Свой-то шанс Ювентус найти в штрафной площади Дзамброта. Подача не получилась. Камаронези подхватывает мяч. Передача. Камаронези. Тут же его Дагат. По сценарию Ювентуса, мне кажется, 0-0 для первого тайма. Нормально. Для Ромы не дум. Минут, чуть побольше, наверное, минут. Как можно компенсировать отсутствие атакующего Мансини? А это Недвед! И вот вам Ювентус! С одного момента, созданного для того, чтобы отличиться. Блестящий навес Камаронези. Просто шикарный навес. Из-под Пануччи выскакивает, выпрыгивает Павел Недвед и забивает, редкий случай, головой. Но как здорово пробил. Пол забил. Он свой шанс нашел. Даже такого футболиста, как Дель Пьеро. Усра играть корпусом. Камаронези. Об обороне можно особенно не думать, но пропустит третий, неважно. Главное попытаться Ювент Ромы. Но только не Де Росси, а может быть Таддеи мог остаться в запасе. Один. 0-4. Раз забил. Баварии в Лиге Чемпионов. Один раз ударил, один раз забил. Сегодня бил три раза, два раза забил. Пьянского первенства. Рома с мячом. Очень неудачный пас. Куфре очень слабо играет. Уругвай в сегодняшнем матче. Дзамброта. С мячом. Папареста свисток не дает. Тотти что-то такое хитрое задумал. Потерял мяч. Контратакует Юве. Камаронези с мячом. За ним и за мячом, и за Камаронези. За ними гонит. Может многое дать Роме и становлению команды. Ну, а по... Камаронези, Недвед. Первую выездную победу, сложную выездную победу в этом сезоне. Но только, повторяю, по забитым мячам Милан может завтра